Как получить электронную справку, почему на Приднестровском Алиэкспресс чаще всего заказывают лекарства и как все это связано с Агропромбанком? Экосистема – это когда под одним брендом разные сферы жизни. Все подробности у Дениса Мартыненко. Обращайтесь. Казалось бы, что общего у сайта «Кинопоиск», доставки еды в России и голосового помощника «Алиса» – все это экосистема Яндекса, который вроде как просто поисковик. Агропромбанк – вроде как просто сеть отделений с кассами и банкоматами, но это тоже экосистема. Это когда все вокруг под одним брендом, ничего общего ни с экологией, ни с медициной. Сайт «Билет ПМР» впервые за год карантинов и удаленок снова продает билеты. Сейчас в топе концерт Моргенштерна в Кишиневе, эпатажный рэпер с цветным маникюром и татуировками на лице. Попасть на концерт в молдавской столице можно за приднестровские рубли. Так уже было на Би-2, ЛП и Ленинграде. Когда мы увидим экосистему такую большую у Агропромбанка, вроде там АПБ еда, АПБ такси, АПБ там, голосовой помощник. Это на самом деле мировой тренд. И здесь и российские банки, ну, наверное, банки США и банки Китая немножко на шаг впереди еще. И те, кто смотрит в будущее, те, кто думает о развитии, естественно, расширяют свое присутствие в жизни человека, в жизни бизнеса. На самом деле наша задача укоротить этот путь от кошелька до услуги либо товара. Если как бы традиционная покупка сопряжена была раньше, да, с получением наличных в кассе там, и по ходу в торговую точку, то сейчас достаточно зайти в интернет-пространство, выбрать собственно, то, что нам нужно. Естественно, чем короче путь, то есть, на самом деле, тот же Marketplace, он укорачивает этот путь. Новое детище Агропромбанка АПБ Маркет – это наша Розетка или Алиэкспресс. Чаще всего заказывают лекарства, сейчас это как никогда актуально. Здоровье, плюс никуда не надо идти и ни с кем не надо разговаривать. Еще один проект нужен всей стране. Для этого даже специальное министерство цифровизации создали. Это портал госуслуг. Здесь можно заказать, к примеру, справку о несудимости. Ее чаще всего спрашивают. Для более солидных документов нужна электронная подпись. С ней по удаленке можно подтвердить, это действительно я. Чтобы не бегать с бумажками по госорганам, оформить цифровую подпись можно в отделениях Агропромбанка. Они есть по всей стране. Банк, в общем-то, кроме того, что участвовал в целом в этой программе, в разработке ее, в продвижении, в том числе в технической части, вот, взяли на себя, в общем-то, вот эту функцию. И на самом деле мы используем и в своем внутреннем документообороте уже достаточно давно электронную подпись и предлагаем нашим клиентам также сервисы уже с использованием электронных подписей достаточно давно. Ну и самый обсуждаемый проект последних месяцев – карта «Клевер». Вчера завершился переход банков на новую систему вместе с Сбер, Эксим и АПБ. Теперь снять деньги с любой карты можно в банкомате любого банка, оплатить покупку в любом магазине и любой кассе. И понятно, почему на фирменной одежде к 30-летию Агропромбанка новый слоган «Меняйся». Денис Мартыненко, Дмитрий Редькович, ТСВ.